Этому симпатичному бегемотику чуть больше недели. Он родился в зоопарке Саканга в мексиканском городе Калимая. С тех пор малыш неразлучен с мамой по кличке Тамба. Состояние здоровья детеныша сейчас стабильное. Мы постоянно видим его с мамой, они всегда вместе. Вдвоем идут в воду и вдвоем выходят на сушу. Раньше 22-летней Тамбе не удавалось родить здорового детеныша. Но на этот раз ветеринары уверены, что все идет хорошо. Поскольку бегемотик не отходит от мамы ни на минуту, специалисты пока не могут определить его пол. В дикой природе бегемоты обитают в Африке к югу от Сахары. Эти животные занесены в Красную книгу как вид, которому угрожает исчезновение. Их численность стараются восстановить с помощью программ разведения.